Лучший подарок ко дню города – песня. По крайней мере, так считают воспитанники 7-го столичного детсада. Какие музыкальные поздравления они готовят, смотрите в нашем сюжете. В семье Кузьминых поют все. Мама и папа – профессиональные исполнители. Да и дочка Илимпи не отстает. Вот и сейчас в садике они репетируют музыкальный подарок. Мы спели песню про Чебоксары «Шуржу Башкарда», так как очень близка нашему сердцу, так как это наша родина. Поэтому мы не можем оставить без внимания именно эту тему. Так приятно приходить и петь здесь, поскольку такая студия, с детства дети привыкают как взрослым. До Дня города чуть больше недели, поэтому стойка микрофона не пустует. Желающих профессионально записать песню немало. Ребята приходят со всех детских садиков. Мы пришли из детского сада 130-го. Мы спели песню «Чебоксары». Нам эта песня нравится, потому что она и на русском языке, и так и на чувашском языке. Студия звукозаписи в 7-м детском саду работает уже полгода. Здесь можно не только петь, но и играть на музыкальных инструментах. Так что вполне возможно, в будущем здесь начнут писать музыку, как говорится, с нуля. Ну а уже сейчас студия готовится выпустить свой продукт – подарочный компакт-диск с лучшими песнями ко дню города. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Рена Гавилян, Республика.